обследуемом, жалуются на головную боль и обмороки. Обследование ничего не выявило. Просьба обратить внимание на наличие кистознообъемных и очаговых образований и выявить, есть ли другие аномалии развития головного мозга, в том числе врожденные. В случае обнаружения, просьба указать размер и указать местонахождение на снимке для просмотра в программе «Радиант». В конце, пожалуйста, добавьте заключение. Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациента 24 лет. Дата исследования – 23 апреля 2021 года. Область исследования – головной мозг. Срединные структуры головного мозга не смещены. Третий, четвертый желудочки мозга не расширены. Боковые желудочки симметричны, не расширены. Цистерны основания мозга прослеживаются, не деформированы. Область турецкого седла не изменена, гипофиз однородной структуры, в размерах не увеличен. Хиазмальная область без особенностей. Мостомозжечковые углы свободны. Сильвиевы щели и конвекситальные борозды прослеживаются с обеих сторон, не расширены. Участков измененного МР сигнала в веществе головного мозга не выявлено. Ствол мозга без особенностей. Мозжечок симметричной, однородной структуры. Миндалины мозжечка без особенностей расположены правильно. Придаточные пазухи носа в зоне сканирования. Минимальный отек слизистой оболочки левой гайморовой пазухи до 8 мм. T2 C-SEC 79-98. Носовая перегородка S-образно искривлена. XT2 31-37. Заключение. МР-признаки патологии головного мозга не выявлены. Отек слизистой оболочки левой гайморовой пазухи, искривление носовой перегородки. Рекомендована консультация невролога, лор-врача. 26 апреля 2021 года, доцент кафедры КМН. Котов М.А. Комментарий врача-рентгенолога. Собственно, с головным мозгом в порядке все, каких-либо признаков травм, аномалий развития или опухолей нет. Есть искривление носовой перегородки, из-за этого дышать тяжело и могут быть подобные жалобы. Имеет смысл показаться лор-врачу с этим. В гайморовой пазухе отек слизистый минимален, ничего страшного в этом нет.